Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Это какая-то болезнь красить губы в камеру. Всем привет! Надеюсь, у вас подготовки к Новому году идут полным ходом. Так же, как у меня, на кухне все шумит, гремит, посуда начинает готовиться, селедка под шубой, зимний салат и прочие новогодние удовольствия, которые мы будем поглощать всей нашей большой русско-итальянской семьей. Так почему же я решила внезапно сделать видео прямо в канун Нового года? Да, я сейчас вам расскажу. Я сегодня проснулась от того, что мне пришла очень необычная посылка. Точнее, вот такой вот конвертик. Конвертик ко мне прилетел из Чешской Республики, точнее, по-простому, из Чехии. И написала мне Настя. Это девочка, которая очень долго была моей читательницей, а недавно весной, когда я ездила в Прагу на съемку, так получилось, что она вызвалась меня встретить в аэропорту, я должна была ночевать у одной знакомой девочки, мы с Настей так замечательно попили кофе и заобщались, что я позвонила девочке и сказала, что я больше к ней не приеду, и осталась ночевать у Насти, и жила у Насти 3 дня. Спасибо тебе большое за твое гостеприимство. Так вот, Настя недавно мне написала в Инстаграме: «Даш, напиши мне свой физический адрес в Италии, я хочу написать тебе письмо». И сегодня, прямо вот перед Новым годом, оно ко мне пришло. Это вот такое вот, на А4, с двух сторон письмо, написанное вручную. Настя, я улыбалась весь день, смотря на это письмо. Точнее, все утро. Еще как бы на улице как раз день сейчас, обед, самый разгар. Я улыбалась все утро, и пока я улыбалась, я подумала: черт, я тоже хочу кого-то так же порадовать. Я очень хочу, чтобы кто-то так же улыбался, получив что-то от меня. И я решила провести розыгрыш. Точнее как, мне очень хочется кого-то порадовать подарками. А всем отослать подарки я, к сожалению, не могу физически. Я думаю, вы понимаете меня. Поэтому это будет своего рода розыгрыш, лотерея, я не знаю, называйте как хотите. Итак, что нужно сделать, чтобы поучаствовать? Во-первых, нужно, ну, конечно же, подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Мне совершенно не важно, что вы напишете. Мне самое главное, чтобы комментарий не был безликим, то есть указание вашей электронной почты и все. Напишите что-то от души, это могут быть пожелания с Новым годом или рассказ про вашу заветную мечту, или пару слов о том, как вы будете отмечать Новый год, или просто пару добрых слов. И второе, нужно сделать репост. Мне очень хочется, чтобы как можно больше людей узнали о розыгрыше, и чтобы как можно у большего количества людей была возможность получить от меня подарок. Это было бы так здорово. Вы можете сделать репост где хотите. Это может быть страничка ВКонтакте, в Фейсбуке, может быть ваш блог, это может быть Инстаграм, это может быть ваш YouTube-канал, вы можете рассказать о моем розыгрыше, что угодно. Самое главное, чтобы страничка была настоящей. Я, поверьте мне, не поленюсь и буду проверять ссылки на репосты. То есть, если вы сделаете репост на так называемую фейковую страничку, такие странички многие заводят, я знаю, для гивэвэев, чтобы туда постить, чтобы свою страничку не засорять. Ребят, мне это непонятно и неинтересно, потому что подарки, которые я вам буду дарить, они будут с душой, в них будет частичка меня. Я их делать буду с большим удовольствием. Это, то есть, не спонсорский какой-то розыгрыш, это розыгрыш лично от меня. И мне очень хочется, что если вы участвуете, то участвуйте тоже от души. Если вы на самом деле этого хотите, мне будет очень приятно, если вы будете участвовать. Поэтому давайте порадуем друг друга перед Новым годом. В конце ролика я еще раз выведу на экран правила, но уже написанные белым по черному или черным по белому, чтобы никто не запутался. Что я буду дарить, я пока что не знаю, на самом деле не знаю. Я думаю, что в любом случае в подарке будет открытка какая-то, купленная мной, вам именно.
и подписанное тоже мной. Возможно, там будет елочная игрушка, возможно, там будет что-то другое, связанное с Новым годом или Рождеством. Может быть, там будут какие-то бьюти-продукты или что-то вообще другое, сделанное своими руками. Я не знаю. Я знаю точно, что подарок будет состоять из нескольких составляющих. И да, чем больше будет участников, тем больше будет подарков. Вот такое вот я приняла решение. На каждые или 50, или 100, пока не знаю, участников будет один победитель. То есть обычно в розыгрышах там 1000 комментариев и один победитель. Мне кажется, это как-то нечестно. Поэтому я считаю, что чем больше вас участвует, тем больше должно быть выигравших. Как можно большее количество из вас мне хочется порадовать своими подарками. Поэтому не поленитесь и поучаствуйте. Я буду очень-очень рада. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы меня смотрите. Я вам желаю самого счастливого Нового года, чтобы рядом с вами были только близкие люди, чтобы у вас были самые верные друзья, и чтобы жизнь, вот эта вот полосатая зебра черно-белая, да, чтобы она была как можно светлее, и чтобы наступающий год принес вам огромное количество удачи, успехов, положительных эмоций, искренних улыбок, и чтобы сердце у вас замирало только от счастья. Я вас люблю. С Новым годом! О-оу, я тут уже начала снимать обложку, и я забыла вам сказать о том, что результаты будут числа 5-6 января. И о том, что все подробности конкурса вы можете найти под этим видео. Еще раз всех. Да, вот такой вот из меня гномик. Кошмар. А еще в посылочке была вот такая игрушечка на елку, которую я сейчас повешу, которую Настя мне сделала своими руками. И это так красиво, это так приятно. Это будет вообще памятным экземпляром на моей елке, я думаю, каждый год. Спасибо, прям от всего сердца спасибо.